3-4 числа пройдет презентация, и 2 дня будет звучать великая итальянская опера «Сельская честь». И эта опера со всеми интригами, с накалом, с великой итальянской музыкой под открытым небом, конечно же, придаст свое очарование и по-новому раскроет наш Олимпийский парк. И второй проект, который мы представляем, это уже второй фестиваль классической музыки на базе Центра науки и искусств «Сириус» с 28 июля и продлится до 15 сентября. Пройдет 7 потрясающих концертов. Каждый концерт будет неповторим. Организатором вдохновителей этих концертов стал Центр «Талант и успех», фонд «Талант и успех». И господин Фрай, художественный руководитель, так подобрал и исполнителей, так подобрал и музыкальный материал, который будет звучать в рамках этих 7 концертов, что мы, конечно, все с нетерпением, любители музыки города Сочи, наши гости, с нетерпением ждем второго фестиваля классической музыки. На мой взгляд, наиболее интересное будет представление 3 и 4 августа концертное исполнение наиболее прекрасной итальянской оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи. 75 минут музыки, романтической, страстной, о жизни сицилийской деревни со всеми переживаниями и эмоциями.